Ну и самое интересное, скамеечка. Скамеечка. Дело в том, что я, когда кончил училище, я хотел уже пойти семью заводить и все такое и прочее, и вдруг все взял, поменял. Учеба все прекратилась. Все. Поменяла как-то. А учиться в Кондопозе же в комнате. Семья была рядом, главврач, он был помощник прокурора, семья Иван Михайлович, ветеран войны, потрясающий, я ему так написал стихотворение. А Ефария Модестовна была, значит, все время за мной смотрела. Да. И, а у меня в комнате было койка, два стула и стол. Баян там, чемодан. А почему два стула? Не понимаю. Ты один жил. А, один стул, да. А компьютер не стоял? Да. А компьютер стоял там в соседнем. А вдруг у меня сломался замок. А Иван Михайлович хотел пригласить слесаря. Но я же слесарь был на заводе. Что, рабочий? Да, рабочий. Я сделал. Да ну ты не сделаешь это. Я сделал. Он написал на двери. Здесь живет мастер золотые руки. Чудеса были, да. Я учился, переболел болезни все. Когда там... Поправился. Да, перешел. Когда экзамен сдавал, ну, конечно, уже сил не было, потому что я очень слабел в 61-м году. Вот, и не так уже здорово, потому что я пропустил летом экзамен. Зимой кое-что отыграл, а потом весной уже, когда отыграл, отыграл концерт Рубцова. И еще там, что нужно было, все сыграл. Мне поставили троечку, потому что я играл слабо, конечно. Но поставили, потому что все-таки болезнь и все-таки дали. Потому что остальные предметы у меня все были хорошо. И троечку поставили, все, я закончил хорошо. Вот. В каком году? Это 62-й год. И работал в Кондопозе. И в это время закончил мой лучший друг Дулев. Это мой брат буквально. 50 лет с ним больше будет. Просто с первого раза, как мы в училище встретились, сразу просто, вот сразу прикипели навсегда. И вот он в Белоруссии закончил, а я закончил в Москве. Он заезжает ко мне, говорит, вместе поедем. Потому что у него мама была, она для меня была тоже как мама. Нас провожала и обещала нас встречать. Вот, у Славки был какой-то друг военный. Мы поехали на, там какой-то бережок на берегу озера Невска, там где-то песок, где-то люди купались все. Мы поехали туда, там купались, все такое, да, все, и пошли назад. Ну, домой еще рано идти, зайдем в парк. Там театр, очень хороший здание театра. Парк какой? Название? Парк, я даже не знаю, как он, просто какой-то парк, в общем. То есть, я не без названия. Ленина. Ну, не важно. Он такой был еще не совсем такой хороший, тоже вниз идет к Неве. Вот, и мы... К Неве? Конеге. Да, Конеге. А ты сказал к Неве. Ну, от Невы. Какая разница? Не Конеге, к Неве. Онега впадает в Неву, понимаешь? Онега впадает в Неву. В Него. В Него. Так вот, мы спускаемся. Вот. И Славка, я говорю, слушай, мы пойдем в туалет. На туалет там пройти бы 20 шагов. Вот. Я не хочу. Я посижу. Вот я сижу на скамейке, а мимо на той стороне проходит, значит, женщина и мужчина с ребенком. Как оказалось, женщина — это сестра, но это потом я узнал. И Женька Афонин — это ее муж. А он учился у нас в училище, я в училище работал, он учился у нас, он меня знал хорошо. А рядом какая-то там... Пегалица. Девчонка какая-то бежала, такая толстая, большая такая. Вот. Вот, значит, я сижу, он не проходит, я смотрю, там, он мне машет, я говорю, о, здорово, Женя, там, здрасте, Юрякович, там, туда-сюда. Вот, и вот. И все, они прошли, я сижу. Значит, пришли ребята, все, мы пошли домой. Причем, идем, поднялись, идем мимо этого самого дворца. Спокойно идем, там, болтаем, забродуем. И вдруг эта девушка мимо так пробежала. Славка говорит, Юрка, вот тебе баба, вот тебе баба. Вот и все, и ушли, все, пришли домой, надо что-то покушать, и вдруг звонок по телефону. Женька звонит, вот это фоне. Юрий Яковлевич, хотите, вот с вами хочет познакомиться девушка? Давай. Все.
Сейчас придет. Я сбегал в магазин, купил там кое-чего. И она приходит. Выпили и ушли. И ушли. И пошли там. И в все, парк. идем. В парк пошли, да все. Вот. И так немножко так чуть-чуть познакомились. Вот, вот она вот сейчас я заканчиваю тоже медицинское. Нет, еще год мне учиться. Да, еще год учиться, да. А закончила вот она. И она вдруг говорит, а хочешь меня, возьмешь меня замуж? Я говорю, возьму! И схватила. А она меня как схватила. И все, и сразу вопрос был решен. Сейчас мы должны сразу услышать другую версию. А? Другую версию события. Потерпевшего. Другого потерпевшего. На следующий день, когда уже с ней допоздна ходили, провел, проводил ее. А потом, когда сказал, что так и так, и мы все они обшили. Ой, все, давай. И мы пошли с ней сразу в ЗАГС. Нельзя, потому что надо какой-то срок перевести. Вот, и кандидаты в партию. Да, кандидаты в партию. Мы говорим, да что, вот она сейчас уезжает, надо вот так вот. Ну ладно, давайте вот на четверг сделаем. Хорошо, все. Будем ждать на следующий день, четверг, и все. А я, кстати говоря, взял билет, потому что здесь квартиру мне не дали давать. Я педагог в музыкальном школе, училище, а квартиры мне нету. Жил там в уголке, в страшном. А узнал, что есть место в Магнитогорске, где в музыкальном училище есть место и есть квартиры дают. Я узнал, что я приеду, то, так сказать, буду там работать на квартиру на эту. Взял билеты, в понедельник должен ходить на поезд и все. А мы как раз вот приехали 15-го, это было воскресенье, что ли, было? 15 июля мы встретились, скамеечка 15 июля. Это воскресенье было, да. Да, воскресенье. И мы целую неделю с ней ходили, так сказать, все ждали, но... Приехал папа, потому что папа должен... Вот он. Да, Константин Сергеевич, поздравляет, это все. Мы с ним познакомимся. Ну, как ты, что ты, что-то? Я говорю, я все, что я о себе сказал, я все это тебе не сказал. Чисто, чисто. Женатым я никогда не был, и буду жениться первый раз. Вот. Ну и все. Потом пошли на берег, там погуляли, там фотографировались, покупались с ней вместе там. Папа приехал, в воскресенье уехал. На понедельник я билет пошел сдал, Татьяна мне звонит. Ну мы целую неделю мы вечерами с ней были, просто я не знаю, просто с ума сходили, все. До вот, сих пор. Вот что значит не было компьютерных игр. Да, значит, в понедельник она звонит, ты знаешь, сегодня мы не можем встречаться, встретимся в понедельник. Как? Да, вот сейчас, так сказать, и все. А мы даже не думали о том, что вот как-то вот там... Господи, боже, что такое? Нет, да нет, такой явно пойдет. Как это так? Мы договорились, а то ты только в четверг встретимся. Все. Пришел Саша, сказал, нет, это такой вопрос не пойдет. Сразу, что такое? Взял билет. Нет, что произошло? А? Что, ничего не произошло. Она сказала мне, что в четверг встретимся. Поставить меня на место надо было. На место. Папа сказал, подожди. Папа сказал, нет, не она, это папа сказал, подожди, потому что тут что тебе знает, такой парень. Партийный. Смазливый, партийный, это сложно. Конечно, она испугалась, понятно, да, все. Я приехал в Воронеж, нашел место, стал работать. Славка посылает мне письмо. И пишет. Там говорит, знаешь, а твоя невеста, когда. Узнал, что ты пришла в Италию, Юра, он уехал. Как? Воронеж. Она ушла, ее целую ночь не могли найти. Вот что значит, так сказать, родители не делают не то. Не то делать, понимаешь? Вот, то, после письма я сразу подумал и сразу пошел позвонить ей. Вот. Позвонить так и так. Да. Буду ехать сейчас в Петрозаводск. За вещами и заеду в Ленинград. Встретились и пошло все так, как положено. Все договорились. Вот она берет направление, так сказать, в Воронеж. Потому что я сейчас уже в Воронеж буду приезжать. Мы уже договорились о свадьбе 6 ноября. Все обсудили с ней. Вот, ходили по Воронежу, то есть по Петергофу, по Петергофу ходили. По Ленинграду. Вот, и... По Ленингофу. Да. Вот и
устроился на работу, хотел там уже, пытался что-то такое сделать, но пока там ничего не было связано насчет квартиры, потому что квартира должна же быть какая-то вот. Мы освободились, значит, ты сам, с этого времени, 6 числа я приехал, Вовка был у меня в гостях с женой, Женька, он тоже мимо приезжал, в отпуске был, брат. В Воронеж заехал. Мы с ним поехали, больше никого не взяли, потому что некого было брать. Мы ехали просто записаться, потому что у нас не было денег, у меня и у Тани не было денег, и мы там... А кредит? А под какие деньги-то? И мы договорились, что делать свадьбу. Вот, когда сказали, сразу Вовка с нами поехал, Славка приехал, Женька приехал, вот. Афонин тоже приехал. Был, конечно. Афонин приехали, да. Вот. И я приехал, и мы... Главное, что ты приехал. Да. И Шарин приехал, другой приехал. Ты мог уже не приезжать. И батька понял, что ты с утра просто решен. Батюшка. Он сказал, а мы ему сказали, что мы пойдем только запишемся и все. Потому что у нас нету ни денег, ничего нету. Как всегда. Мы с днями урожая, мы свадьбу должны как-то, у нас родственники есть, и мы свадьбу сделаем как следует. И действительно. Все родственники пришли. Все пришли, да? Да. Все пришли. Главные. Женька и Славка играли на баянах, потом там. А двоюродный брат Эдик. Двоюродный брат такой большой был, так сказать. Танцевал с ним в это время. Как-то и говорит. Откуда ты взяла этого красавца? Да, вот так вот. Папульчик, это был Юсуповский. Миша, получилось так. Здесь райсовет напротив. И мы решили, действительно, мне раздевать нечего. И этому вообще без этих... Они вот только два чемодана и все. Никуда куда снимать их. Значит, мы подали на 6-е. Но это были советские времена, и как нам, как дуракам, всегда везет. Вдруг... Мимо проезжала скорая помощь. Вот как раз ноября 62-го года, дни революционные, решили... Кто регистрируется, провести регистрацию во дворце Юсуповых. Да. Ну, жена бесплатная. А что такое Юсуповых, я даже не знала, немая сцена. Но это как-нибудь оденем. Какой-нибудь пинжачок возьмешь, оденешь. Что-то был костюм последним. А я какое-то платье одела, кофточку и юбочку. А когда сказали туда... Пришлось доставать все свои платья. Нет, у нас очень интересно получилось. Я говорю, Валя, отдавай мое платье. Я кончала 10 класс, и мне шили хорошее платье. Такой из какой-то штапель китайский. Такой вот красивый декольте, вот там на свадьбе есть. И юбочка 8 клинов. Как после, я кончила школу, да, после выпускного моего, у Вали бывали там свадьбы. Приехала на свадьбу, а Валя тут, она одела сиреневое платье. Ну, хорошее, сиреневое, крандышитое сиреневое платье. И я стою, и все говорят, а кто же... Невеста. Потерпевшая. Невеста потерпевшая. Я говорю, Валя, ну давай... Поменяемся. Я буду женой. Я отдаю платье. Она, надевая ее платье, она вышла замуж, все. А платье у нее, и вдруг во дворце, я говорю, Валя, ты привези мое платье. Мне нечего одевать. Валя привозит платье, я одела платье свое. И вот это платье три раза служило. И мы оказались в дворце. Вот фотография. Регистрация наша. И та же жаба, и та же сама депутат по фотографиям, которая нас регистрировала. Через год мы пришли в дворце. И вот тогда, с того года, 63-го, и стали давать медали родившегося в Ленинграде. Только сейчас, только тогда. Где был? Стол в нашей комнате был. Дома? В нашей квартире. На пятом этаже? Пятый этаж. Там бы где-то родился, должен вот, помнить. Квартира была 16 метров, такая длинная. А рядышком папина комната. То есть у нас две комнаты такие одинаковые. А там у нас танцевали. Да, танцевали. Нет, и в общем поместились. Баянисты были, да? Баянисты были.
Халявный. Нет, Баян был, Ишанин Дулёв. И самое интересное... Трио, да, значит, было, да? Да. Трио было? Играли двое, но было трио. Нет, я-то был гением. Я был руководитель. Но самое интересное... Кто плохо играл, тому не наливали. Самое интересное... Самое интересное... Самое главное, что после свадьбы все-таки мы собирались в Воронеже. Да-да-да. И, значит, и вдруг папа Константин Сергеевич предложил, говорит, а зачем вам ехать в квартиру? У нас же здесь комната. Татьяна была комната большая, Татьяна жила. Давайте, пускай приезжает сюда. Отец поменял свое мнение и говорит, давайте к нам. Потому что одна дочь там, другая дочь здесь. Зачем? Ну, конечно, мы сразу... А ты отбросил, табличку взял, мастер «Золотые руки» с собой, нет? Да, взял. Оттуда. Взял табличку, и все. Татьяна приезжала в свои каникулы, приезжала в Воронеж, там две недельки побыла. Вот, а, значит, я тогда, раз такое дело, раз так папа дает жилье, ну что нам тут думать, нечего думать, совершенно спокойно. Папа никогда много не утруждал себя. Да, я все думаю. Магнитогорск не поехал. Никогда не утруждал. Магнитогорск не поехал. Вот, согласился, и уже в апреле, по-моему, приехал, да? В апреле я уже приехал, забрал вещи. Ты как гастролер, туда-сюда. Да. Сразу нашел работенка там в халтуренке, вот, и начали жить, вот, потихонечку. А что дальше? А дальше получилось так, что, значит... 63-й. Появился, так сказать, товарищ. 63-й год, да. Вот, а главное, вот как в случае, как в жизни все время случается, совпадает. Вот, все время случается.